Я поздравляю всех с Днем России и очень рада провести его в братской нам стране. Друзья, наши гости, наши самые близкие друзья, россияне, поздравляю вас всех с праздником. Уважаемые минчане, ну а вас поздравляю с праздником. Наконец-то к нам вернулись Дни культур. Праздники, которые так сильно мы полюбили. К сожалению, пандемийный 20-й год мы пропустили. В 21-м мы именно Дни национальных культур начинаем с нашей братской России. Надеюсь, что сегодня будет у всех только хорошее настроение, только положительные эмоции. И мы все вместе порадуемся за наших братьев, за наших россиян, за их праздник. Мне очень приятно сегодня здесь, в Минске, сразу после курантов городской думы, поздравить всех нас с государственным праздником России, пожелать всем нам мира, добра, здоровья, успехов. Квитни, Беларусь! Да здравствует Россия! С праздником! Поздравляю с Днем России! Я очень рад, что я здесь сейчас. Желаю всего самого лучшего России и Беларуси. Откуда вы? С Франции. Я от души поздравляю всех, и белорусов, и россиян. Дорожим нашей дружбой. И только счастья, здоровья и процветания.